Награду главы города получает самарский режиссер Александр Леонтьев. Жюри Всероссийского фестиваля «Соль земли» отметило его фильм о генерале Баранове. Документальное кино рассказывает об истории жизни героя России. Этот фестиваль – это возможность пообщаться с жюри, возможность пообщаться с коллегами, возможность посмотреть на тех, кто лучше тебя, на тех, кто там, ну, не хуже тебя, такой же, как ты. Вот. Ну, потому что случайных людей здесь нет. Все абсолютно люди, которые здесь есть, все фильмы, они все достойные. В этом году заявки на участие в 12-м фестивале документального кино подали более 300 авторов из России, Белоруссии, Армении и Грузии. Номинированы 52 работы. Фестиваль «Соль земли» задумывался как дань памяти талантливому самарскому режиссеру-документалисту Михаилу Серкову. И вот уже более 10 лет объединяет большую кинематографическую семью, сохраняет и приумножает добрые традиции. Безусловно, для нас, для самарцев, очень важно сохранить традиции самарского документального кино, ну, конечно, учиться чему-то новому. Ведь документальные фильмы – это для нас с вами, дорогие зрители, возможность узнать удивительных людей, узнать о потрясающих событиях и о многом другом. Конечно, мы бесконечно рады и благодарны всем авторам, которые принимают участие в Самарском фестивале и говорят с нами о любви, о дружбе, о морали, о нравственности, о патриотизме, обо всем том, что действительно волнует каждого абсолютно человека. Фестиваль «Соль земли» еще и хорошая возможность для зрителей пообщаться с именитыми актерами и режиссерами. В этом году встречи с ведущими артистами, режиссерами, документалистами прошли на главных фестивальных площадках – кинотеатре «Художественный», в историческом парке России «Моя история» и аудиториях самарских вузов и техникумов. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.